Ребята, вы на канале Софи Ларсен, и сегодня я вам покажу свое летнее утро. Оно будет достаточно продуктивным, и мы обязательно успеем сделать все утренние дела. Перед тем, как мы приступим, советую подписаться на канал Насти. Она человек искусства, любит все, что связано с творчеством. На ее канале вас ждет мотивация, продуктивные дни, заполнение ежедневника, а также обсуждение важных тем, которые многие боятся поднимать. Она научит вас ставить себе цели и добиваться их. Для того, чтобы вы убедились в этом, скажу по секрету, у нее была цель стать победителем в конкурсе «Большая перемена», и она смогла этого добиться и получить приз в 1 миллион рублей. Она верит в каждого из вас и ждет на своем канале. Ссылочка на ее канал в описании под видео. А также пишите в комментариях под этим видео, что вы подписались на канал Насти, и это меня будет актив на вашем YouTube-канале или же в Инстаграме. Давайте начнем с самого начала дня. У меня вот первая часть утра, когда я вот проснулась, вообще никогда не меняется, так что у меня она постоянно остается одинаковая, то есть я просто заправляю свою кровать, также это ухаживаю там за собой и так далее, то есть утренние всякие рутинные дела, и также это просто выпиваю стакан воды натощак. А также еще по утрам, как только я проснулась, делаю контроль дыхания, но это вы уже знаете, потому что я говорю это практически в каждом видео. И как раз таки вот эта рутина заканчивается прогулкой с собаками, и дальше я уже начинаю делать дела. То есть она всегда самая главная и всегда одинаковая, а там уже дела меняются по-разному и постоянно они новые. Потому что уже время пошло гулять с собаками, и нужно это сделать. Так что погнали собираться. И вот мой лук для прогулки. Хотя я люблю повыбирать наряды и как-то все это все красиво сочетать, чтобы все смотрелось более задуманно и так далее, но с собаками, ребята, я выбираю всегда что-то простое и нормально. Но мне, честно, вот до жути нравится этот лук, и я его просто уже обожаю. Итак, с собаками я только что погуляла, так что можно уже сделать тренировку. Обычно я делаю тренировки после обеда, но в данный момент это сильно жарко, я просто их уже тогда не делаю, потому что реально очень жарко и становится тяжело. Поэтому сейчас нам нужно будет сделать одну тренировку на попу от Daisy Kitchen, но чисто чтобы было понятно, по каким тренировкам я занимаюсь. Буду заниматься в том же луке, потому что уж очень жарко. И это единственные вещи, в которых я могу реально заниматься, потому что очень жарко, опять же. Погнали делать тренировку, а потом мы будем готовить просто очень крутой завтрак. Ребята, показала только половину тренировки на видео, как раз таки, чтобы тренировка не занимала сильно большую часть видео. Я еще продолжила половину тренировки, и сейчас уже очень тяжело. Тем не менее, тренировку мы уже сделали. Время завтрака. Я хочу не заморачиваться и чтобы было вкусно. Тут сразу мне пришла в голову идея сделать просто омлет. Обычно еще в омлет я добавляю разные там овощи и обязательно тертый сыр, потому что это до безумия вкусно. И поэтому давайте пойдем сейчас приготовим это все, чтобы было по-быстрому. Погнали готовить. I know you'll be okay if I go, if I go.
вот такой вот завтрак у нас получился. Здесь просто омлет с помидором и перцем. Также я положила арбузы, потому что в последнее время вообще до жути хочется арбузы. И это все выглядит безумно красиво. Просто посмотрите, как резко испортилась погода. В комнате теперь просто до жути темно. Чтобы вы понимали, просто в моей комнате сейчас просто полумрак. Ребята, сейчас пришло время английского, и у меня очень многие спрашивали, я занимаюсь, по каким урокам и так далее, и, в принципе, я хотела снять на эту тему отдельное видео, но, если честно, не знаю, когда оно будет, и поэтому решила рассказать в этом влоге, по какому каналу занимаюсь, каким урокам и так далее. Потому что именно тот канал, по которому я занимаюсь, реально очень помогает повысить хорошо знания, это я проверила уже на себе, потому что после этих уроков, серьезно, так хорошо поднялись вверх знания. Ладно. Давайте начнем с английского. В принципе, что творится у меня на улице, то есть все максимально плохо и очень страшно. Канал «Английский язык по плейлистам». Думаю, многие знают этот канал, потому что он очень популярный, в принципе, и реально объясняется все максимально доступно и очень понятно. Я сейчас занимаюсь по двум плейлистам. Вот первый плейлист, по которому я занимаюсь. Называется он «Английский язык до автоматизма» для до уровня advanced. Дожуть довольна этими плейлистами и вам советую, потому что это отличная возможность выпускать время и хорошо позаниматься английским и серьезно усвоить очень много материала. Сейчас я на уроке 32.1, это 86 урок. Второй плейлист, по которому я занимаюсь, это 7000 слов. То есть обещают, что мы за этот плейлист, когда мы его полностью пройдем, выучим 7000 слов. А это уже уровень advanced. То есть, честно, слова действительно очень нужные и очень классные. И сразу их быстро запоминаешь, так как есть пример с предложением, транскрипция и разговорная практика. Здесь я понятно все объяснила. И, конечно же, я буду еще снимать видео, только не могу обещать, когда. Вот серьезно, не знаю, да. Но оно точно будет насчет английского. Поэтому давайте переходить к самому английскому. Я сделаю один урок, а потом второй насчет слов. Ребят, урок мы прошли, и сейчас нам остается только пройти урок со словами. Длится 30 минут, так что погнали. Ребята, я закончила проходить английский, уже последнее дело остается прочитать немножко. Я уже закончила читать, я полностью довольна, как мы провели это утро. Это было все, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы были на канале Софи Ларсен, до новых встреч, пока-пока.